Всем привет, с вами Однорукий Борис, и это игра под названием Raid Shadow Legends. И мы продолжаем проходить кампанию. Вот. Мы уже прошли целых 6 карт. Вот, ворота Кейрака, подземные каналы, катакомбы, лес, твердыню прошли, и в прошлой серии мы с вами прошли дворец. Вот с такой вот эльфичкой мы с вами дрались. Вот. И сейчас у нас новая глава появляется. И она называется Тильшир. Попробовал сейчас просто произнести это слово правильно. Выговорить, точнее. Вот, видимо, это орки. Или огры. Короче, посмотрим, что тут такое происходит. Эпизод 3, глава 7, Тильшир. Stepping inside the township of Tilshire, the company realized they had entered a trap, for the gates were slammed shut and barred behind them. Как только герои зашли в Тильшир, за ними захлопнулись ворота. Это была ловушка. The people, visibly entranced, were herded by orcish guards to an inner court, where... Орки-надсмотрщики вели толпу завороженных беженцев на площадь, посреди которой стоял некромант Бат-эль-Казар, держа в руках скипетр Сайрота. Sensing the presence of stronger spirits, the necromancer suddenly roared out. Почувствовав присутствие высших духов, некромант закричал: Guards, arrest them! They are the queen killers. Give no quarter should they resist. Стража, схватить их. Они убили царицу. Если будут сопротивляться, убейте. Вот такие вот дела. Нашли некроманта. Слушайте, а тут делов-то. Смотрите, 23 уровень, 32. Единственное, вот эти вот ребята 32 уровня. А у меня герои. Да что ж такое реклама? Какая она навязчивая, а? У меня вот коллекция 26-27. Понятно. Ладно. Так, сейчас быстренько заберем вот эту вот награду. И пойдем в бой. Собственно, тут не так уж и сложно будет, наверное. Потому что, смотрите, 17 уровень только. Здесь 19, 23. Здесь вообще 22. Здесь 23. Нормально. Я думаю, что не так уж сложно будет в этот раз. Так. Тебя берем. Тебя. И в кого еще? Вот ее бы я взял. Но давайте вот так. Лучница, да? Так. Будем сейчас мы, значит, драться. Ух ты! Все заснеженное. Все заснеженное получается. Так, окей, вот этого другалька бьем. Теперь нормально. Минус двое, хорошо. Я их чуть-чуть, смотрите, оставалось. Вот, ну, собственно,
Первых мы победили. Ух ты! Собаки какие, смотрите. Ля. Смотрите, 30 уровень. Тридцатый уровень, это офигеть. Эх, лучницу убили. Так, один есть. Вот это вот добиваем. Собаки, блин, по два раза кусают, нифига себе. Так, ну-ка. Давайте тебя добьем. Получится. Эх. В смысле, а как это она убилась? Непонятно. Так, отлично. Почти дошли до конца. Точнее, до конца дошли. Третий раунд. Я даже не знаю, кого оживить. Давайте вот ее. Короче, собаку мы лупим. О, рубака, он у нас был. Блин, оживили. И тут же ее... И тут же она все. Жалко, жалко, но зато на нее потратили ход. Так что в этом тоже есть свой плюс. Блин, вот этого друга хочу, он бьет много раз. Да ладно, всего-то 17 уровень у них был. Так, хорошо, сейчас попробуем с вами. О, тут же смотрите, тут есть кольца. Давайте колечко вот ему оденем. Четвертый ранг. Это вот эти вот. А, смотрите, вот у нее четвертый ранг есть. И мы можем ей орочье колечко одеть. Давайте оденем. Вот. Давайте сейчас посмотрим, например, кого мы можем прокачать. Можем прокачать лучницу снайпера нашего. Можем вот это вот другалька прокачать. О, давайте улучшим. Второй уровень, урон плюс 5%. Ну ладно, хорошо. Давайте все-таки вот это вот другое буду сейчас прокачивать. И я все... А, смотрите, тут есть вот эти вот бутылки с пивом. Так, этого героя можно использовать для слияния. Ты действительно хочешь его пожертвовать? Так-то да. То есть тут две звездочки у них, у этих товарищей, и я ими на самом деле не пользуюсь, поэтому повысим уровень меченосца, и тогда мы его с собой возьмем. И сейчас зайдем в тренировочный лагерь, а в тренировочном лагере у нас никого нет. Давайте
мы вот этого возьмем, пускай он 7 минут будет качаться. Первый уровень из 30, понятно. Хорошо, что ж, давайте еще раз. Я почему-то подумал, что вообще все просто будет. Так, тебя убираем, тебя добавляем. Хорошо, начинаем. Так, и все по новой у нас тут будет. Этого друга добиваем, подругу точнее. Берем вот так. Ну, почти добили, ладно. Так, этого добиваем. И вот этого добьем. Нет, увы, увы, не добили. А вот сейчас добьем. Окей. Вот здесь нам сейчас, наверное, будет сложно. Как-то слабенько получилось. Вот этого добиваем. Хорошо. Лады. Давайте добивать. Я просто думал, что конкретно нужно тут делать. Ну. Добивать или лечить. Ну, я выбрал добить. Да, я надеюсь, что я правильно все... все сделал. Эх, почти. А, ну зато сейчас вот жах. Так, окей, вот сейчас мы оживляем нашего меченосца. Здесь мы собаку бьем. Так, хорошо, что на меченосца у нас отвлеклись. Вот. Вот именно для этого момента я и этого меченосца и оживлял. Нифига себе, она собака, блин. Отхилилась полностью. Ну теперь нас, смотрите, двое. Мы сейчас пройдем. Мы сейчас пройдем этот уровень. Кусай нас, не кусай нас, мы тебя победили, собачка. Вот. Хорошо, идем дальше. Смотрим, кто у нас там дальше. О, целых вот двое рубак. Ой, сразу 30 уровня, нифига себе. Что ж, ладно, попробуем. Эх. Так, тебе сейчас добиваем. Делаем вот так. Классно. Ух ты, ничего себе. Может, тебя жахнуть? Жахнули. Так, ну-ка,
сама себе подлечи, чтобы в следующем раунде побольше жизни было. Хорошо. 32-й. Спорим? Мы сейчас с вами дальше и не пройдем. Сейчас, конечно, вот это вот добьют нашу подругу. Ой, ничего себе. Какой урон здоровый нанесли. Так, хорошо, вот этого добили, классно. Ну, на самом деле, сейчас мы все-таки попробуем это пройти. Да. Одного только потеряли. Трех. Хорошо. Нифига себе. Это я что-то недооценил свои силы, скажем так. Но я могу проиграть и здесь. Очень просто. Вот нас уже двое. Вот нас уже двое. Против троих. Вот этого мочить надо. Так. О, сейчас пройдем, наверное. Сейчас и это тоже пройдем. Да, прошли, смотрите. И у нас 17 уровень. Супер. Так, далее. Может быть, вот этого тогда убрать и вот этого поставить? Ой, не знаю. Здесь, конечно, какой уровень 3. Последний уровень, смотрите, на третьем раунде у нас ждут ребята 23 уровня. Я боюсь представить, что нас будет ждать. Так, первый уровень 24. Точнее, первый раунд 24 уровень. Ребят. Ну, неизвестно, какой уровень будет. На втором раунде. Так, ну, пока что вот этих ребят мы без потерь убили. 15 уровень? Вы серьезно? С 15 уровнем мы сейчас вообще справимся, наверное, на изи. Так, кого от тебя? Добиваем. Здесь мы вот так. Смотрите, больше половины жизни у них отняли. Так, лечись. Ты добивайся. Есть. И тебя сейчас тоже добьем. Хорошо. Вот с этими сейчас будет посложнее. Но хорошо, что нас четверо прибежало. На последний раунд. Это очень даже хорошо. Так, тебя добить надо. Так, кого из вас
Тебе, например. Потому что он больше всех бьет. Так, здесь мы делаем вот так. Здесь вот так. О, нифига себе. Так, ну вот сейчас мы даже никого оживлять не будем. Вообще легко. Вообще очень легко. Тут даже новый уровень у этого друга. Как-то так. Смотрите, четвертый уровень. Давайте попробуем. Так, сразу нас в лоб встречает 30 уровень. Это непросто с ними справиться. Так, добьешь? Добьешь. Вот этого. Нифига себе, с одного удара. Убило его нафиг. Окей. 18 уровень. Это вообще легчайше будет. Это вообще будет легчайше. Так, сюда бьем. Так, здесь мы... Нет, рано. Зря, наверное, надо было добить. Ну, сейчас попробуем так добить. Да, одного добили все-таки. Да. О, смотрите, вот как раз сейчас на третьем уровне. О, смотрите, какой. Оживляем. Здесь мы... Ну, давайте этого, раз уж начали. Здесь мы делаем вот так. Так, вот этого добиваем. Здесь мы делаем вот так. Здесь мы... Я не понимаю, почему вот этот товарищ у нас второй раз дамажится, хотя мы его не бьем. Фигак. Ничего себе. Вот тебя надо. О, вот этот приемчик сейчас почти всех убил нафиг. Класс. Победили. Пока что проходим. Пока что проходим. Надо посмотреть. Я не туда нажал. Это мы 4 уровня сейчас прошли. И у нас осталось всего 3. И это очень здорово. Окей. Продолжаем тогда. Ну-ка. Интересно, какая девушка, смотрите, да? Так, окей. 16 уровень орки. Они, кстати, вообще одинаковые, только это... Раскраска у них разная. Так, вот этого добьем. Бедная наша девушка, вот эта, да, она столько раз, блин, получала. По-моему, только она и огребает, самая первая из всех.
Здесь сделаем вот так. Здесь... Да, слабо. Слабовато она. Утарилан. Здесь сейчас на изи добьем. О, какой, смотрите, лё. Так, здесь кого бьем? Вот этого попробуем. Он выглядит страшно. Хотя вот этот, смотрите, гад. Его я не очень люблю, потому что он бьет два раза. Так, вот этого добиваем. Так, вот этого добьешь? Есть, добила. Так, вот этих теперь. А чё это он сразу побежал? Так, вот ты сама себя лечи. Эх, ладно. Будем за тебя мстить. Она у нас местная Кенни. Так, тебя мы сейчас оживляем. Тебя мы сейчас добьем, да? Хорошо. Отлично, и все. Смотрите, последний раунд здесь у нас. Так, кого мы бьем? Вот этого жахаем. Вот здесь вот, вот так вот жахаем тоже. Вот эта девушка как-то очень сильно своим топором махнула. Так, давай добивай. Есть. Молодец. Так, здесь мы начинаем бить вот эту вот девушку. Фигак топором рубануло. Хотя, по идее, не так сильно она бьет. А вот сейчас сильно ударила. И почему-то она два хода сделала. Почему, не знаю. Давай тебя добили. Хорошо. Опа, молодец, слушайте. Фига она жахнула, да? Так, следующий уровень, шестой, предпоследний. Вот этот, смотрите. Ля, какой, смотрите. Какой грозный, слушайте. Стрёмный рот, смотрите, здоровенный, как откусит. Прямо урукхай какой-то. Так, ладно. О, хорошо. Так, делаем так. Все, самое противное побеждены здесь пока что. По крайней мере, хотел сказать, а не пока что. Так, кидаем топорики. Наносим мало урона, соответственно, от них. Давай, есть. Ну, булавой-то по роже-то. Больновато будет, наверное. Так. 20 уровень это... Ну-ка. Нифига себе. 20 уровень он полегче нам дастся, наверное. Потому что у нас хоть и не намного, но уровень выше. Да, и это на самом деле не спасет нашу девушку. Нашего Кенни.
Вот да, пускай вот лучше вот его бьют. Он покрепче, он вытерпит. Нет, нет, не надо бить ее. Наверное, напоследок я это сделаю. Хоть какой-то баф будет напоследок. Хорошо, вот этого бьем. Теперь продолжаем тебя бить и убиваем. И теперь тебя. Жах, нифига себе. Вот это я люблю, когда с таким уроном врагов жахают. Так, окей. С кого начнем из них? Вот с этого другалька. Так, минус один. Теперь добиваем. Добиваем. Офигеть. Это как так? А я вот тоже могу. Давайте вот этого живем. Не убило. Зато это убило, блин. Да. Не пройдем мы, наверное, этот последний раунд. Хотя урон такой нормальный у нашей подруги, но я боюсь, что мы не дойдем до конца. Тут их просто больше. Вот сейчас вторая подбежит. Жахнет. И все, и проиграли. Так, давайте посмотрим, что у нас в бастионе, помимо рекламы. Так, вот это берем, вот это берем, хорошо. Так, тренировочный лагерь. Улучшаем вот этого друга, он у нас радуется. Так, хорошо. Так, это я зря сюда нажал. Хотел вот сюда нажать, посмотреть, что тут такое. Наборы. Забираем. Так, события. Что у нас по событиям? Опять пустой экран. Да, опять загрузка, как в прошлой серии была. Ладно, фиг с ним. Так, что ж, тут больше особо ничего и нет. Вот неплохо бы вот это вот все прокачивать, да? Ладно. Тут просто вот эти вот вещи. Всякие прокачки. Я в этом как-то не особо разбираюсь. Не потому что сложно, а потому что как-то много всего. До сих пор я не разобрался, что к чему. Короче. Так, не сюда. Не сюда. Давайте сейчас посмотрим, что у нас тут. Так, а что ты умеешь?
может быть, как-нибудь я и вот это вот прокачаю, я не знаю. Может быть, это и не очень такой крутой персонаж у нас будет. Короче, всего-то два этих самых уровня осталось. Что же, давайте шестой уровень продолжим. Вторая попытка шестого уровня. Вот, возможно, у нас как раз-таки получится со второго раза все это дело пройти. Тебя попробуем. Черт. Черт! Так, вот тебя жахаем. А кого тебя жахаем? Вот так вот пробуем. Готово. Так. Нормально. Пока нормально. Кого из них? Давайте желтого. Так, теперь добиваем. Практически, да? Методичненько так. Методично мы с вами наваливаемся по одному на врагов. Так, хорошо. Вот мы добежали до противников. Трое живы, целы, орлы. Один, ну, то так себе. Короче, так, здесь мы вот этого пробуем добить, потому что меньше всего жизни. Так, здесь мы оживляем орка нашего, чтобы на него потратили ходы. Смотрите, вот у него теперь не вся жизнь, а половина воскресилась. Так, тебя добиваем. Практически добили. Эх, так, двое против троих. Опять фигня какая-то получается, да? Ох, не знаю, опять мы не пройдем ничего тут. Опа-по! Ну-ка, может получится. Так. Ну-ка. Да, смотрите. Жах. И прошли, прошли, наконец-то. Ух. Это было непросто. Так, что у нас дальше? У нас дальше седьмой уровень. Вот такой вот босс у нас будет.
Вот, соответственно, мы все проходим на одну звездочку, потому что мы тут не задротим, мы тут просто проходим сюжет. Вот. Так, 20 уровни. Это пока не сложно. Так, я на самом деле сразу трачу вот эти вот всякие умения, чтобы они к третьему раунду восстановились. Вот, да и чтобы с этими бафами быстренько мы смогли пройти. Так, второй уровень. Тоже 20-е. Да ладно. Так, ну-ка тебя попробуем. Давай тебя желтого. Ну так себе по урону. Это я в смысле комментирую вражеский урон от предыдущего хода. Вот. Вот это не очень хорошо сейчас было. Ой, понятно, двое самых таких противных ребят. Так, ну вот у него не очень такой сильный урон у самого главного босса-то. Так, здесь мы вот этого другана добиваем. Здесь мы оживляем. Хорошо. Бьем вот этого. Ну-ка, добьем. Есть, добили и баф сделали себе. Ну, хорошо, что он потратил ход на девушку нашу, красавицу. Так, ряды редеют. Но у нас больше. Мы относительно живые. Вот это нифига себе урон сделал он боссу. Последний удар. Есть. The company were in two minds. Should they risk tailing the necromancer, knowing they were outnumbered by the sacred order? Команда встала перед выбором. Погнаться за некромантом, несмотря на численное превосходство священного ордена? Or should they cut through the treacherous mountain and take him by surprise at Valdemar Strait? Или же срезать путь через горы, чтобы настигнуть его у пролива Вальдемара. Their dilemma was soon resolved by the circling presence of a great white eagle. Дилемму разрешил белый орел, спустившийся к ним с небес. It carried a message from the arbiter, telling them to make haste, that a dark mass was in preparation in the deadlands. Он принес послание от арбитра, в котором она приказывала поспешить. На пустошах скоро начнется темное месо. So our heroes took the shorter, but perilous mountain route. Итак, герои выбрали короткий, но более опасный путь через горы. However, slowed in their tracks by a terrible blizzard, they arrived at Valdemar Strait as Bad-Alcazar set sail. По дороге они попали в сильную метель и вышли к проливу Вальдемара, когда Бад-Эль-Казар уже был в море. Вот так вот.
Ух ты, смотрите, новый герой. Огрин. Интересно. Это что дает? Атака по врагу накладывает штраф лечения. Атака по врагу, если атака была критической, наносит еще один удар. Атака по всем врагам накладывает на команду бонус крит шанса 15%. Интересно, интересно его попробовать. Главное, он редкий такой, прикольный. Клыкастый. Что ж, прошли еще одну главу. Так, тут у нас даже задание выполнено. Давайте завершим это задание. Теперь зайдем в портал. И сейчас мы откроем три загадочных осколка. Ух ты, интересно выглядит. Необычный, ничего себе. Что ты делаешь? Так, оглушение. И лечит союзника самым низким здоровьем на 40% своего здоровья. Если союзник полностью излечивается, заполняет его шкалу хода. С помощью этого навыка нельзя заполнить свою шкалу хода. Вот это интересно. Интересный персонаж. Так, второй осколок. Так, ну это обычный паренек. И последний. Ух ты, еще один орк. Но он обычный. Блин, я же собираю орков. Атака по врагу с вероятностью накладывает провокацию. Понятно. Так, еще задание, смотрите, какое-то. Призвать трех героев. Ничего себе. Так, место в турнирной группе. Это мне вообще не интересно. Так, ну что ж, на этом все. Сейчас проверим. 23 минуты еще будет качаться вот этот друган. Так, а мне вот еще интересно. 16 из 30. Увеличивает количество доступных слотов на 10. 120 тысяч. Давайте попробуем. 40. Отлично. Ну-ка, сколько у меня теперь бабла? 37 тысяч. Ну, нормально. Я думаю, нормально. Короче, мы уже перевалили за половину за половину заданий. Вот, смотрите, у нас все теперь разделено. Здесь мы сделали большую часть заданий. Потом водичка у нас тут с кораблями, пролив Вальдемара. И вот этот, наверное, тот самый некромант, которого надо будет победить. Вот. И, собственно, после этого некроманта у нас всего-то 4 задания будет. Это будет 4 серии, получается. Вот, после этого мы с вами пойдем в подземелье. Такие вот дела. Что ж, это была игра Raid Shadow Legends. С вами был Однорукий Борис. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Ссылка на нее будет в описании. И увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи и всем пока.